Вот если средневзвешенная у нас получилась 61 рубль за 2011 год, то в декабре нам 249 рублей предъявили. То есть рост почти в 4 раза. И с такими непонятными цифрами в желтых квитках столкнулась половина жителей Вологды. В этом доме на Ленинградской даже провели свое собственное расследование и смогли выяснить истинную причину заметного повышения тарифа на общедомовые нужды. Освещение подъездов, придомовой территории, подвала, электроснабжение насосов и лифтов. Никто не мог, пока мы не вмешались в этот процесс, никто не мог установить причину, почему произошел такой рост. Вот в платежке указано. Расчетный период декабрь месяц 2012 года. На самом деле этот период составил с 19 ноября по 31 декабря, то есть 43 дня. Это в платежке не указано. Вопросы возникли после того, как в ноябре прошлого года многие управляющие компании перешли к новому поставщику электроэнергии – компании «Вологдаэнергосбыт». Свои расчеты она начала вести с 15 ноября. Но дата перехода разная в каждом конкретном доме. К примеру, в этом, на Ленинградской, в январе жильцы получили квитанцию за декабрь и 12 дней ноября. Это первая причина роста тарифа. Вторая – «Вологдаэнергосбыт» применяет новую систему расчета, которую приняло правительство страны. Сейчас по закону, чем больше площадь квартиры, тем больше семья платит за общедомовые нужды. Поэтому и суммы у всех разные. Специалисты не отрицают, это переходный период, поэтому возможны ошибки. Сейчас всеми жалобами занимается специальная комиссия. И в случае выявления нарушения жильцам будет сделан перерасчет. К такому соглашению пришли городские власти и поставщики электроэнергии. Договорились категорически о том, что они в квитках, вот которые сейчас вы получите, будет сделан перерасчет. Если у кого-то, может быть, он не будет сделан, тогда нужно будет позвонить по дежурному телефону в департамент городского хозяйства. Отдельный вопрос к самим квитанциям. Кого-то не устраивает их цвет, кто-то хотел бы видеть в них свою фамилию. Но главное – адрес компании. В Вологдаэнергосбыте уже пообещали поработать над новым видом документа. К тому же, по словам жильцов, просто невозможно дозвониться по указанным телефонам. Эту проблему специалисты тоже решают. Переходный период он есть. Мы приносим свои, значит, извинения в том, что некоторые жители не могут нам дозвониться, но просто количество звонков достаточно большое, поэтому можно и обращаться в центры клиентского обслуживания и, значит, на Зосимовскую 22. Со своей стороны мы в контакт-центре, так как телефон 47-20 он многоканальный, увеличили количество каналов более чем в 2 раза. Но все же основной вопрос у вологжан – за какой период придут новые квитанции? Ответ специалистов Вологдаэнергосбыта однозначный – за один расчетный период, то есть за январь 2013 года. Если и за этот месяц суммы вновь окажутся завышенными в несколько раз, то причину нужно будет искать в самом доме. Вполне возможно, что электричество просто кто-то ворует, к примеру, на освещение рекламы или крыльца магазина. Александр Устинов, Василий Попурин, новости Вологды.